Мне неизвестно ничего отрицательного про британский совет. У моей хорошей знакомой дочка ездила по линии британского совета изучать английский язык. Вот, все очень хорошо прошло. Никакого шпионажа, никаких вербовок не было со стороны англичан. Любая акция, которая сокращает так или иначе контакты или препятствует этим контактам, я думаю, что она не на пользу дружбе, взаимоотношениям. Поэтому я бы не хотела, чтобы что-то закрывалось. Образовательные? А что за спиной у этой образовательной организации? МИ-6? Вот и все. Надо поменьше им у себя прятать наших захребетников. Вот тогда будет все в порядке.